Добрый день, дорогие друзья, садоводы и дачники. Тема нашего сегодняшнего выпуска – мыши на даче и как с ними бороться. Актуально для многих. Давайте же с вами сегодня разберем способы выжить домашних вредителей легко и без лишних затрат. Выделяют три типа грызунов. Это домашние, которые живут в домах и пристройках. Это полевки, которые могут грызть корни ваших деревьев. Либо же это могут быть землеройки. Они похожи на кротов и питаются личинками. Давайте рассмотрим самые популярные и эффективные методы борьбы с грызунами. Первый, самый эффективный и губительный метод – это химический. Химические препараты для борьбы с грызунами существуют в виде порошков, таблеток, спреев. Они очень эффективно работают, но при работе с ними соблюдайте меры безопасности. Поскольку современные технологии не стоят на месте, на рынке были представлены ультразвуковые отпугиватели. Они просты и экологичны, разве что только хомяки и шиншиллы будут реагировать на ультразвук. Механический метод хорошо всем известен, и он доступный для каждого. Изготовить капкан можно самостоятельно или купить его в специализированном магазине. Специальные электромышеловки окажут хорошую помощь в борьбе с вредителями, так как являются самым гуманным способом. Рекомендуется приобрести отмеченное устройство, поместить туда внутрь приманку, подключить его к сети и ждать срабатывания. Попавший в ловушку грызун сразу же поддается влиянию тока и погибает на месте. Люда? В ожесточенной борьбе с грызунами нельзя не упомянуть о народных методах. В ход идет все – древесная зола, березовый деготь, эфирные масла, мяты и полыни. А какие народные методы знаете вы? Вань, тебе слово. Спасибо, Люда. К слову, таксы, карликовые пинчеры и фокстерьеры способны ловить мышей не хуже, чем ваши коты. Пускай вредители бегут от вашего дома, как от огня. Агромаркет. Знаем, чего вы хотите.